Привет, ребята! Не было времени снимать, пока были дома. Так что сейчас мы едем в поликлинику, плановую, на 9 месяцев сыне. Ну, в поликлинике я снимать, конечно, не буду. Это будет странно. Как сходим к врачу, я потом обязательно расскажу вам. Вроде все, сегодня так-то, в принципе, больших планов у нас нет. Ну, забрать подарки, которые мы будем дарить тете, маме, и мой подарок. Вот, сейчас у нас на улице тепло, поэтому я не в шубе. У нас плюс. Все растаяло. Мне не нравится такая погода, потому что все так мокро, грязно. Мне нравится, когда снежок есть и идет снежок, а он не идет. Так что я обиделась на погоду. Заехали опять на почту, опять у нас посылка. Тут у нас... Сейчас посмотрим, что. Интригу. Это кассеты для бритвы. Женский вид, для бит. Вот такие вот заказали их тут. Сколько? 4. Вот. Хорошо. Сейчас поедем за подарком. Да, подарком вроде. Весну мы поедем за твоим. Да, за моим подарком. Потом покажу, что... Ну все, едем. Привет! Казип, я только проснулся. Все, один подарок забрали, сейчас следующий заберем. Два подарка родителям и тете. Я вам покажу обязательно, что мы купили. Вот тут Макси. Целует, Макси. Целуй, Макси. Целуй зрителей. А, целуй. Целуй! Вот так. Тихо, чмок-чмок. Мы наконец-то дома. Хочу вам показать подарки, которые мы подарим родителям и тете. Ну и которые мне подарил муж, можно сказать, на Новый год. Ну вот раньше, ну ладно. Это нужная вещь. Первое, это подарок родителям. Это фоторамка от компании Digma. Цифровая фоторамка 10 на 1, да, как говорится? По 10 дюймов, да. 10 дюймов. PF1033. Покупали мы его в... где? В Эльдорадо? В М-видео. Если что, я оставлю ссылку на эту фоторамку, если нужно будет кому-нибудь. Ну, мало ли. Получается, она... На русском языке, да, вес. Ну, тут все характеристики на сайте есть, так что не буду их читать. Вот первый. Второй подарок — это чайник Maxwell на 1,7 литра. Чайник MV1099G. Надеюсь, что хороший. Можно, кстати, проверить, как он работает. Ну, как бы, нужно проверять, чтобы вдруг он не работает. Зеленый мы выбрали специально, там, подходит к кубку с тетиной. Ну, ничего особого нет. Что, даже показывать это. Такой он зелененький. Ничего, так чайничек не нравится. Самой я бы сама такой бы не отказалась. Ой, я как воду. Ой, а чего я не открываю? Ну и вот эта штучка. Видно, проверить надо. Без воды, думаю, он сгорит. Да? Чуть-чуть прям. Thank you.
Потом ничего высушим, запакуем. Такой простенький взяли. Сейчас он. Прям чуть-чуть водички налил. Чуть-чуть. Думаю, нормально. Такой самый простой чайник, который я видела в своей жизни. Все, работаем. Что? Это хорошо, что работает. Потом вылим воду и все. Мой подарок — это вот такой вот электрический триммер. Он для линии бикини и для бровей. Я хочу его открыть прям при вас. Вот как мне нравятся такие упаковки сейчас стали делать. Вообще удобно. Так, посмотрим, что у нас тут. Значит, батарейка. Сам пример. Господи, эта штучка мешается. Я не могу вытащить. Господи, дожилась. Вот. Ой, вот он. Потом насадка такая вот. Господи, можно надо было вытащить припарчик. Колпачок. Еще одна насадка. Господи, я не могу вытащить. Насадка для бикини. И щеточка. Да, кстати, его можно мыть под проточной водой. Щеточка. И пакетик. Чтоб хранить его там. Или с собой брать, вдруг понадобится. Ну и просто инструкция. Да, тут написано, как его правильно мыть под проточной водой. Да, инструкция. Все. Так, рамку подкрою сейчас, наверное, открою тоже. Потом уберу. Я сама даже... Вы, наверное, спросите, зачем вообще рамку купили для родителей? Сейчас никто рамки не покупает. Так как у меня мама очень любит фотографии смотреть внука, ну то есть моего сына, и постоянно просит фотографии. Вот ей накидаем много фотографий, она будет их постоянно смотреть, любоваться. А проверить нужно. Поэтому потом запакуем подарки. Коробочка хорошая. Мама, наверное, подумает, что мы ей подарим новую. Так, с этой стороны. Я не знаю, что мне делать. Я сегодня с открыванием вообще плохо. Значит так, смотрим. Документы.
так это надо аккуратно с этим, потому что это будем задарить, чтобы было в целости и сохранности. Потом сюда положу. Тут идет, значит, зарядное устройство. USB. Да, USB, правильно как? Так как он? Просто адаптер. Адаптер. Можно подключать к компьютеру. Можно. Пультик. И сама рамка. Может быть, она не дядину реакцию. Вот такая рамка. Да, наверное, надо ее включать. Как она включается? Если бы знать, как она включается. Ну, наверное, разряжена. У меня подставка есть. А, тут подставка же еще есть. Вот, да. Что, размотать? Угу. А потом сложим, как было. Ну, не потроши просто так. Как бы тянется и все. Ну нет, пока что, наверное. Она не отключилась. Ну, значит, она была разряжена. Сюда надо еще отдельно флешку. Да, сынок, да? Она вот так вот не делается, кстати? Не знаю. Навряд ли. Не сенсорная она. Не сенсорная? Ну, фотографий-то нет. Батарейку-то надо... Поставить. Батарейки. Так, вот такие вот подарки мы подарим. Позже включимся, когда будем готовить. Маки у нас тут уже музыкальный чит. Да, только проснулся. Все-таки повлияло немножко на него опять прививка. Плохо себя он чувствует, поплакивает. А сейчас будем готовить пасту по рецепту из пятерочки. Посмотрим, что получится. Только что, ну, доготовили пасту, это было ужасно. Нам не понравилось по этому рецепту. Вот который из пятерочки, ужасно невкусно. Там лишний был этот чеснок и желтки. Получились сырые, я не знаю, может, мы неправильно сделали. Нет, тут не написано дальше готовить. Да, и там, кстати, не написано по рецепту дальше готовить эти желтки. Короче, нам не понравилось, мы больше повторять его не будем. Может, потом когда-нибудь другой рецепт сделаем. Все. Мы по обеду, мы поужинали. Вот. Сейчас, наверное, пойдем, что я не знаю, что-нибудь делать интересное. Сыну пойду, наверное, покормлю, а потом будем что-нибудь интересное делать. Да, посмотрим что-нибудь, время тоже 9. И будем, или посмотрим что-нибудь. Что, ребят, наверное, я с вами уже попрощаюсь. Вот такой вот у нас был сегодня день. Завтра будет более насыщенный. Так что, вот попрощаюсь с вами до завтра. Всем пока-пока-пока.